первый год мы проводим Покровскую ярмарку. Идея эта появилась в церковной среде неожиданно. Выросла она из ярмарки для особых, для детей с особыми потребностями и с особыми дарованиями. Может быть, митрополит Корнилий благословлял эту ярмарку, присутствовал на ней, и впоследствии организаторы этой ярмарки для детей с особыми потребностями поучаствовали и в организации ярмарки общецерковной. Идея этой ярмарки, чтобы собрать не столько средства для воскресной школы, сколько собрать в одном месте, на одной площадке для внецерковного общения все приходы таллинские и привлечь людей нецерковных, чтобы они могли встретиться, пообщаться со священниками во время этой ярмарки, задать какие-то вопросы и поближе познакомиться с церковной средой. И из года в год ярмарка развивается. Очень большой интерес получили коллективы при приходах, творческие коллективы, для которых есть возможность выступить на этой ярмарке, показать свои дарования, свои способности. И в этом году, наверное, ярмарка более всего наполнена в связи с этим. У нас представлены 7 приходов с города Таллина, 8-й приход с города Мардо. Отдельно накрывает стол социальное служение «Покров», которое работает при соборе Александра Невского и помогает пожилым, больным людям, навещает их.